молодец! Всегда нравились доки. Здесь столько приключений, столько всего интересного. Столько ящиков с рыбой. Это само собой, но, похоже, мы не зря про это заговорили. Почему поцелуй не помог? Я заберу договор у этого Штильскина. Опять ты? Мы уже попались на твою удочку. Нет, Шрек, поверь мне, я тебя прошу. Во всем виноват Румпель Штильскин. Он меня заставил. Но теперь я хочу вам помочь. Я знаю, куда вы идете. У меня даже есть лодка. Гляди! Вот это другое дело. Шрек, не туда! Вот это! А, ну все лучше, чем пешком. Ладно, ты давай греби. Переношу качку, но знаю, Пиноккио развернет лодку в том направлении, где ты стоишь. Эй! Как мне сдвинуть с места эту штуку? Продолжай чушь молоть, а плотом я займусь. А если кто-то еще заберется? Тогда я последую за ними. Давай не отвлекайся уже. Вообще это все получалось бы куда лучше, если бы вы держались плотнее друг к другу. Слушайте меня, обнимаемся. Я вам говорил, что я крабов боюсь. Они почему-то принимают меня за обломок корабля. Это самая большая чушь, которую я когда-либо... Крабы! Идите, капитан! Водоворот! Держитесь крепче, ребята! Бросайте якорь! Так точно, капитан! Великолепно! У нас по курсу пиратский корабль! И водовороты не выглядят дружелюбно! Да ерунда! Главное ослабить эту цепь! Вперед! Манит, словно валерьянка. Эй,
Чего? Да разве тебе ведома усталость? Ты же родственник тележного колеса. Вертись себе. О да, тут можно найти сокровища. Ой, но с пиратским кораблем так просто не справишься. Спокойно, спокойно. Ударь и забудь. Они разве должны вот так? Надеюсь, вспыхнуть? Оно мне в нос не рванет? О, да он у меня живой. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Ударь и забудь. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Ударь и забудь. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. А это не слишком опасно? Они разве должны вот так вспыхивать? Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Ударь и забудь. О, да он у меня живой. Сейчас рванет. Назад! Спокойно, спокойно. Надеюсь, оно мне в нос не рванет? А это не слишком опасно? Наконец-то! О, да он у меня живой! Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. О, сегодня удачный денек. Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Они разве должны вот так вспыхивать? Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Спокойно, спокойно. Сейчас рванет. Не так все и плохо сегодня. Сюда, когда стану сильнее. Что там еще? Люблю поразмяться. Эй, а можно мне с вами? Нет, оставайся тут и охраняй лодку. И будем надеяться, они не заявятся сюда с топорами. Да, будем очень надеяться, что они не явятся с топорами. С топорами? Можно? Назад!
Прекрати! Берегись! Удари забудь! Смотрите, осел может пинать пушечные ядра. Надеюсь, оно мне в нос не рванет. Удари забудь. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. О, спасибо большое, прибольшое. Надеюсь, оно мне в нос не рванет. Удари забудь. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Это не слишком опасно? Удари забудь! Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Заслуженное. Надеюсь, оно мне в нос не рванет. Как эти мерзавцы пробрались мимо наших ловушек? Похоже, они оказались не такие уж замысливатые. Пустите меня туда! Три тысячи чертей! Куда? Мои деньжата! Получай! Стоять! Тысячи чертей! Ау! Вот так! Ау! Повернись, подлюга! Каналья! Чай, не больно! Три тысячи чертей! Перчатки на дороге, перчатки! Как прибежать с тобой! Не торопись! Я отлично! Три тысячи чертей! Мы как лавина! Это мне сейчас не под силу. Святая Мария! Это отлично! Фиона может поджигать запалы на бомбах! Ба-бах! О, да он у меня живой! Укрытие! Спокойно, спокойно!
Гарри, забудь! Сейчас рванет! Мне бы очень хотелось, чтобы они прекратили стрелять ядрами. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Ударь и забудь! Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Ударь и забудь! Ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Ой, тяжесть какая! А это не слишком опасно? Ударь и забудь. Надеюсь, оно мне в нос не рванет. Ударь и забудь. Надеюсь, оно мне в нос не рванет. Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Ударь и забудь. Они разве должны вот так вспыхивать? Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. А это не слишком опасно? Надеюсь, оно мне в нос не рванет? Прекрати! Это как ударить по мячу, по страшному взрывному мячу. Капитан! Капитан! Наш ядер сносит с курса! Все вижу! Держитесь крепче! Бах! Еще бы чуть-чуть! Может, нам пора сдаться? А ну заткнись, Миггинс! Впереди еще водоворот! Проклятие! Бросай другой якорь! Якорь брошен, сэр! Ну вот.